После активной фазы АТО в Донецкой области уничтожено более 300 боевиков. Об этом сообщил руководитель группы информирования об АТО Владислав Селезнев. Продолжается активная фаза АТО возле Красного Лимана и в Семеновке. Силы боевиков тают. Есть предварительная информация, что более 300 боевиков уже уничтожены, сказал Селезнев. Кроме того, по его словам, силы АТО потеряли одного человека в результате обстрела вооруженными лицами БТР в колонне, которая перемещалась из Изюма Харьковской области к Славянску Донецкой области. По его словам, есть также информация о 13 раненых, двое из которых находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. И вместе с тем эвакуировать людей из Славянска становится все сложнее. Об этом сообщила директор по коммуникациям компании СКМ Наталья Емченко. По ее словам, по состоянию на сегодняшний день сотрудники Фонда развития Украины вывезли порядка 1400 человек, большая часть из которых дети. Вообще с каждым днем эвакуировать физически людей из Славянска все сложнее. Бояки в городе делают все для того, чтобы в городе оставалось как можно больше людей, сообщил.